Приветствуем вас на нашем новом мастер-классе. Сегодня предлагаем изготовить вам подставку для ручек и карандашей. Для работы нам понадобится 6 листов бумаги размером 20 на 20 см разного цвета, двухсторонний скотч, 6 полосок бумаги размером 10 см на 5. Складываем лист бумаги пополам. Каждую сторону бумаги еще раз внутрь к сгибу пополам. Сложенный лист бумаги переворачиваем лицом вниз и еще раз складываем пополам. Еще раз каждую сторону внутрь к сгибу посередине. Каждый угол загибаем по диагонали к центру. Складываем в стороны внутрь. По готовым линиям сгиба формируем треугольник, вставляем одну часть в другую, предварительно вставив туда белую полоску бумаги. Таким же образом собираем еще 5 треугольников. Склеиваем треугольники между собой с помощью двухстороннего скотча. Из плотного листа бумаги вырезаем дно для нашей подставки и аккуратно приклеиваем к ней нашу конструкцию. Яркая и оригинальная подставка для ручек и карандашей готова. Можем наслаждаться результатом своей работы. Спасибо большое вам за внимание. Всего доброго. До свидания.